Реальные голливудские истории. Чип и Дейл спешат на помощь. Это шоу, которое определило целое поколение и превратило двух неизвестных бурундуков в мировых суперзвезд. Но по мере того, как Чип и Дейл достигали все новых высот, за целую кучу новых сезонов спасателей. Мы жили как во сне. Танцевали кролика Роджера с самим кроликом Роджером. Никто и представить не мог. Скажите, сэр! Что все это может рухнуть. Раздираемые тщеславием. Ты выглядишь по-другому. Эй, ни для кого не секрет, что мне сделали CGI-операцию. Охваченные искушением. Моя любовь к сыру взяла надо мной верх. Как же он мне нравится. Еще, пожалуйста. Еще, пожалуйста. Возможно ли, что двум живым легендам суждено воссоединиться? Я подумываю о перезагрузке. Никто не хочет перезагрузки. Спасатели! Нам нужна маскировка! Хватай первое, что увидишь! Что это? Держись! Спасатели 2-0! Чип и Дейл спешат на помощь. Это место выглядит странным. Помнишь этот стиль анимации, где все выглядело правдоподобным, но ничто не выглядело правильным? Кто вы? Ты с нами разговариваешь? Очевидно же. Но, похоже, ты говоришь тому окну. Это так кажется. На самом деле я смотрю на вас. Хорошо. Посмотрите мне в глаза. Я смотрю в ваши глаза. Да.